ни для кого не секрет, что в Новом годе главное же не сам Новый год, а то, как долго мы к нему готовимся. Вот все, что на Нового года, это очень важно, это очень круто, очень классно. А что случается на сам Новый год? Ну, как правило, все напиваются, не дожидаются его, барагозят. И, в общем, чаще всего у всех после новогоднего застолья обычно есть проблемы. А у меня есть предложение начать думать про Новый год уже прямо сейчас. Почему? Потому что вот это приятное предновогоднее лучше растянуть. И уже какой-то намек на снег был, и уже чего-то, уже даже холодно, почти холодно. Вот. Давайте думать про Новый год. Давайте, в общем, его начнем как-то, не то что его звать, давайте начнем его ждать. А еще я заметил одну очень важную вещь, это то, что люди, которые ждут Новый год и готовятся к Новому году, они очень хорошие. То есть в ситуации, когда вот Новый год совсем скоро, люди очень хорошие. Они какие-то подарки дарят, кого-то поздравить хотят. В общем, отыскивают себе в том барахле, в котором в нас намешано, отыскивают что-то хорошее. А давайте, это же хорошо, когда мы будем хорошими чуть дольше, чем обычно. Поэтому давайте начнем праздновать начало подготовки к Новому году. Давайте вот это хорошее в нас чуть-чуть подольше продлим. Мне кажется, всем от этого только будет лучше.